Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Видео хотел снять по теме на глубокой подстилке, на опилках. Свиноматка не может опороситься, и поросята не могут есть, потому что они закапываются. Их свиноматка там закапывает, они сами встать не могут. Сын мне рассказывал, и болит один. Зачесывал такой вот бред. Короче, что я хочу сказать. Да, она роет перед тем, как у нее опорос начинается. Да, возможно, трошки пол будет неровный. Но смотрите, как сейчас у меня, видите, здесь. Она себе там пророет канал. Ляжет, успокоится. Единственный момент, если холодно в помещении, они к ней тулятся. Если она большая, сильно, она может подавить. Но я думаю, такое происходит, если холодно, даже и на твердом полу. Здесь же, как видите, вон поросятки все живы-здоровы. Им второй день уже идет. Прекрасно они питаются, все их устраивает. Плюсы, во-первых, ну то, что не надо навоз вычищать, это одно. А еще очень большой плюс, поросятки никак не контактируют, ну, грубо говоря, не с мочой, не с навозом. Соответственно, они чистенькие всегда, здоровенькие. Шанс, допустим, у них там пропоноситься или еще какой-нибудь такой проблемой заболеть, очень маленький. Тем более сейчас свиноматка в молоке, много у нее всего хорошего. Она, поросятки, защищены иммунитетом мамы, грубо говоря. В общем, я видео к чему вел. Вполне возможно содержание свиноматок на глубокой подстилке. Нормально она там себя чувствует, нормально поросята рождаются, нормально они встают, ходят. Не надо рассказывать глупости и пугать людей разговорами о том, что что-то пойдет не так, и свиньи там каким-то образом не получится у поросяток там встать на ноги, ноги у них там кривые станут. Ну все это, ну, глупости, мягко говоря, с учетом того, что это уже пятый опорос у этой свиноматки, и в общей сложности она уже где-то штук 40 поросят точно привела, выкормила, и мы их продали. Можете сделать выводы, все это вполне работает нормально. Поросятки чувствуют себя прекрасно. Свинка тоже себя чувствует отлично. Бачите, он отходит от опороса. У нас такая спокойная пока. Поросяток у нее, как я уже показывал, сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 12. 12 деток. Все 12 он накормлены. Один тут рахит. Слушай, надо было таким дистрофаном родиться. Все, все. Я больше не буду на него плохо говорить. Не мычи на меня. Некоторые у них здоровенные, некоторые помельче. Он дрыхнут. Спят, это когда маленький. Так вообще, что сдох. Оно тепло получается у нас тут. А я что я хочу сказать? Открыл вот. Открыл нижнюю дверь, она даже не выходит. Вентиляция он сверху у нас. И здесь более-менее не жарко. Чувствует себя более-менее нормально. Температура на солнце плюс 40. Оно тут продувается ветерком. Ну, такое. Градусов можем. Ну, я не знаю. 25. Подстилка сверху. Ну, как получается, смотрите. Ну все, все, да, я буду уходить, бо она сейчас мне съест что-нибудь. Все, все, я ушел. Защищает деток своих. Смотрите, какая. Хозяина не узнает. В общем, вполне возможно поросят держать на этот самый, на свиноматок, разводить на поросятах. Вполне нормально работает эта подстилка наша.
глубокая. Причем бактерии водограй засыпаны. Бактерии вообще такие веселые, неубиваемые. Все отлично. Нема ни навоза, ни смрада. Вон. Забираем отсюда только поросят, которых меняем на день. Все, больше ничего выгребать от свинки не надо. Еще раз повторюсь, никаких там проблем ни с ногами нет. Вот свиноматки уже 2 года. У нее все нормально с ногами, копытами, с чем угодно. Все у нее работает. Ничего там не гниет, ничего там не деформируется, не деградируется. Все в лучшем виде. У поросяток то же самое. Родились, встали, пошли. Вон ходят. Второй день они вон ходят. Нормально ходят ножки, все, не разъезжаются никуда, все нормально. Поэтому не слушайте глупости, делайте, если есть желание, делайте глубокий пол, получайте прибыль очень легким способом, разводя, выращивая свинок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго.